Маргарита, кушать хочешь? Я очень хочу кушать. Я очень устала ходить по горам. Я очень хочу кушать пепсиколу с лимоном и покурить. Вино? Нет, вино сегодня не хочу. Хочу пепсиколу. Ты не за рулем. Вот черт побери. Придется хряпнуть тогда винца. В горах-то. В горах винца холодненького. С вами ваш риэлтор в Испании Маргарита. Сегодня мы с моим оператором приехали специально для вас в город Полов, в горах, который находится в 10 километрах от песчаных пляжей Бенидорма. Хотим показать вам очень красивую виллу, современную от застройщика, стоимостью 320 тысяч евро, которая имеет 3 спальные комнаты, 2 ванных комнаты, собственный бассейн, участок 400 квадратных метров. В стоимость включено все – декор, мебель, бытовая техника. Город очень красивый, и самое главное, что эта вилла имеет виды на горы, на зеленый лес сосновый. Я думаю, что вам будет интересно. Оставайтесь с нами. Вот мы и подходим по этой тихой, красивой улочке к нашей вилле. В дальнейшем здесь будет построено еще несколько вариантов. Но сейчас мы с вами посмотрим виллу одноэтажную с 3 спальными комнатами и 2 ваннами. Итак, участок у нас площадью 400 квадратных метров. На участке у нас есть зеленый сад, бассейн и вот одно парковочное место для автомобиля. Хотя я думаю, что проблем с парковкой здесь не будет. У нас есть ночное освещение, и частично вот наш участок засыпан сейчас галькой. В дальнейшем вы можете постелить искусственный газон, либо высадить траву. Застройщик уже предусмотрел зеленые насаждения в виде пальм. Частично, естественно, у нас выложена плитка. Вот такие большие красивые панорамные окна. Это у нас будет вид из гостиной комнаты. Забор, естественно, я думаю, что будет хорошо продублировать зеленой изгородью. Вот, как я и говорила, у нас есть освещение ночное здесь. И мы выходим с вами к, так скажем, главной части нашего двора. Это у нас бассейн. Бассейн у нас размером 3 на 6 метров. У нас сделаны сливы, очень качественная лежит плитка. И сделана очень хорошая зона барбекю. То есть застройщик у нас мужчина, молодой. И вот очень здорово, что он предусмотрел очень большую, просторную, такую даже, можно сказать, летнюю кухню, потому что у нас есть раковина, очень хорошая рабочая поверхность, розетки, освещение. Вот такая вот хорошая печь. Очень важно, что сделан вывод для дыма, то есть, чтобы дым не шел сюда. Я думаю, что можно сделать здесь какие-то прорези, может быть, для решеточек, чтобы жарить. В общем, я думаю, что идея очень удачная. И также мы... Получается, вот у нас весь дом, то есть все окна у нас выходят как раз-таки на эту зону, что, опять же, не может не радовать, причем на солнечную сторону. Здесь у нас спрятаны все моторы, фильтры для бассейна. И вот уже высажены цитрусовые, я думаю, что это апельсин или лимон, такие деревца, пока они еще молоденькие, но вот уже можно увидеть зеленый лимончик. Скоро он созреет, можно будет пить чай. И мы обходим виллу вокруг. Также у нас идет забор с ночным освещением. Как я и говорила, просится побольше зелени.
Здесь у нас лестница на солярий. Я думаю, может быть, давайте с вами поднимемся, посмотрим виды, потому что мы приехали сюда показать вам именно виды, горы, море. Я думаю, что вам будет интересно. Вот такой замечательный у нас солярий. Сделаны сливы. У нас есть, ну, практически, можно сказать, уже беседка предусмотренная. То есть в дальнейшем ее тоже можно накрыть. И у нас открываются отсюда потрясающие виды. Во-первых, у нас зеленая зона, парковая, где растут сосны. Это очень, как делает свежим воздух здесь. Открываются виды на город Кальпе. Открываются виды на город Полоп, где мы сейчас с вами начинали наше видео. Ну и самое главное, прелесть, это то, что мы находимся буквально у подножья вот такой вот красивой горы, очень зеленый. Посмотрите, как красиво смотрится гора, солнышко падает, облака, небо синее и очень много зелени. Ну, а теперь я думаю, что пора приступить уже к непосредственному просмотру самой виллы. Итак, у нас есть вот такое симпатичное, просторное, можно сказать, крыльцо. Очень здорово здесь смотрятся растения. У нас есть освещение и частично закрытый козырек. Входная дверь с замками повышенной секретности. И остекление, то есть у нас вот такая прозрачная, можно сказать, прихожая. Смотрится очень здорово, стекло каленое, то есть оно не будет разбиваться, оно будет только трескаться. И вы же, я знаю, все время переживаете, что кто-то будет его разбивать камнем. Мы проходим с вами в кухню, которая у нас соединена с гостиной. Как я и говорила, у нас в цену все включено, то есть вы получаете виллу так, как вы ее видите сейчас. У нас есть вот такая симпатичная, маленькая, уютная кухня. Так как дом у нас площадью 100 метров, кухня вот такая. Но у нее есть все, что необходимо. То есть бытовая техника, вытяжка, различные шкафы. Кстати, все ящики, как я люблю вам повторять, с доводчиком. Не знаю, для меня это важно. Ящики большие, вместительные, варочная поверхность, раковина, посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь на удобном уровне. Потому что стала замечать, что в разных домах всегда разнится вот почему-то высота. Здесь очень удобно. То есть если вы ставите греть, очень удобно будет отсюда доставать и видно, по крайней мере. Также духовой шкаф ни низко, ни высоко, на очень удобном уровне, все удобно. И плюс, как я говорила, ящики. И наша кухня плавно переходит в столовую зону. Опять же, у нас большие панорамные окна. Вилла получается вся просто очень светлая, красивая. У нас столовая зона имеет индивидуальное освещение. Стол стеклянный смотрится здесь тоже очень гармонично, легко. И у нас получается вот такая уже гостиная зона, где у нас стоит мягкий уголок, диван раскладывается. На стене, в которую всегда упирается взгляд, висит очень красивая картина. Ну, я имею в виду, что по тонам она очень сюда подходит ко всему. И даже телевизор здесь смотрится тоже гармонично. Хотя, может быть, можно было и не использовать тумбу, а повесить его на вот эту стену. Здесь вполне хватает места, расстояния, чтобы телевизор именно повесить. С этой стороны у нас, ну, вроде как барная стоечка, правда, не сильно она выступает. Ящиков нет, но зато вот здесь вот спрятали стиральную машину. То есть в дальнейшем, если вы захотите, ее можно закрыть. То есть знаете, как делают именно встроенную мебель. Давайте пройдем в основную часть уже дома, посмотрим спальные комнаты, ванные. Проходим с вами по узенькому коридору. У нас здесь ванная комната. Полы в ванных комнатах у нас с подогревом. У нас очень хорошие большие раковины, зеркало, унитаз, обязательно окно для дополнительного света и проветривания, и душевые. На данный момент душевые у нас не остекленные, потому что застройщик сказал, что будет подбирать уже под своего клиента то, что вам больше понравится. Спальная комната.
Из всех спален у нас обязательно есть выход во двор, то есть у нас большие стеклопакеты, причем стеклопакеты качественные, на шум и теплоизоляцию. У нас встроенные вместительные большие шкафы с плавным ходом. Вот даже, видите, какой застройщик ответственный, даже полотенчики вам приготовил беленькие. Вот, с заводчиком дверка. Приятно. Магнитные ручки на всех дверях. Вторая спальная комната. В принципе, повторение предыдущей. У нас также есть выход к бассейну. Мне очень нравится, что присутствует такой прям именно белый цвет. И смотрится очень так чисто, легко, красиво. Плюс очень хорошо, что солнечная сторона, много солнца. Опять же шкаф. И вот застройщик предусмотрел выводы антенн разводок для телевидения. И главная наша спальня имеет также ванную комнату свою с душевой, с унитазом, обязательно окно для проветривания, помимо того, что работает еще и вытяжка, теплые полы, раковина, зеркало. Проходим и попадаем в просторную, достаточно симпатичную гардеробную. Много ящиков для хранения вещей, удачно расположены ящики, то есть отдельная гардеробная своя. И вот такая просторная комната. У нее есть два выхода. Один выход к бассейну на территорию, где и барбекю. И второй выход на задний дворик. Причем у нас как раз-таки это, так скажем, терраска выложена плиточкой, квадратиком, где можно также поставить, может быть, кресла какие-то или столик, если вам захочется посидеть в тени, полюбоваться видами на горы. Будет очень здорово. Ну что же, мы посмотрели с вами новый красивый объект, и нам осталось только подвести итоги. Мы закончили с вами просмотр этого интересного варианта вилла в горах в городе Колоб, которая располагается в 10 километрах от песчаных пляжей города Бенедорма. Очень удачное расположение у виллы. Мало того, что открываются очень красивые панорамные виды на гору, на лес, на близлежащие города, она еще и находится между двух маленьких, очень уютных испанских городков Колоб и Ланусия. Здесь отлично развита инфраструктура, кафе, бары, рестораны, аптеки, банки, госпитали, школы. Я думаю, что здесь вам будет очень уютно и комфортно проживать. Тем более, что в стоимость виллы входит абсолютно все. Мебель, бытовая техника и декор. Напоминаю вам, что вилла площадью 100 квадратных метров имеет 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты. На участке 400 квадратных метров есть зона барбекю и свой собственный бассейн. Согласитесь, вариант достаточно интересный и относительно недорогой. Я буду рада услышать ваши комментарии, ведь мы очень стараемся снять для вас видео интересное, красивое. И, возможно, это чья-то мечта в Испании. Пишите, звоните, я буду рада ответить на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами, мы будем дальше радовать вас интересными вариантами в Испании. Увидимся скоро. Адьос! Что ты хотела покушать? Не знаю, я хочу попить эту пепсиколу с лимоном. А вино не будешь пить? Вино? Ты меня снимаешь? Нет, буду вино, чтобы все думали, что я алкоголик. Это неправда. Правда, правда. Горячие. Слушай, почему они такие красные? Они так покрашены. Кушай, кушай. Слушай, вкусные. В свекле в какой-то, наверное, красивый. Интересно, слушай. Необычно. Горячо. Гамбургер вон свой снимай. Давай, я хочу посмотреть, как ты опухнешь.
издалека кажется, что ты ешь какие-то креветки, какие-то морепродукты. Ну, они тоже цветом такого, понятно. Острые? Вкусные.